Это жесть. У нас все цветы почему-то дохнут. Покажи, подожди, стоп, покажи, покажи. Здесь прям очень жарко находиться. Готовы это увидеть? Картинка здесь, смотри, какая. Привет. Всем привет! Всем привет! Кто не понял, я нахожусь сейчас в Сочи, в доме, где я вырос. Короче, нужно нам немного приодеться. Огонь! Короче, давайте я вам здесь все покажу. Кухня, на которой я готовил себе еду после тренировочек и всего остального. Прям на этой плите. Это раб, который приносил еду, которую я приготовил. Как тебя зовут? Александр. Саша. А это Чарли, самый милый пес на этом свете. Чарли! Какой ты невероятный пёс! Короче, пойдем дальше. Я покажу комнату, в которой я жил. Твою комнату. Чё тебя? А, тебя? Это Милана. Моя сестра. Сколько тебе лет? 7. Молодец. Это супер страшная лестница, по которой я всегда боялся спускаться. Итак, мы поднимаемся на второй этаж. Господи, что за мрак? Ты что-то прятал? Давай немного сделаем здесь. Вот. Вот. Господи, как здесь? Ты вообще солнечный свет видишь? Нет. Почему? Не люблю. Не любишь солнечный свет? Итак. Это комната, в которой я жил. Здесь так все изменилось, здесь так воняет. Когда здесь жил я, здесь не пахло. А вот это что? Что это? У меня такого не было, у меня здесь не было дырок. Откуда эти дырки? Откуда эти дырки? Здесь стена ровная, плоская. Господи, вот эти вот, знаете... Малолетки. Малолетки тестостероновые, да, когда у них только-только появляется какая-то сила, они начинают ее использовать вовсю, везде, где не надо. Так, идем дальше. О, гитара. Смотрите, что покажу. Это моя гитара. Yamaha C70. Как не моя? Это другая. Это моя гитара. Кого ты обманываешь? Ну-ка, ну-ка, дай. Подсними. Саш, сними меня. Идем дальше, блин. Саня, комп у тебя, слушай, прям, ну, такой неплохой, неплохой. Вот сюда палец можно засунуть? Да. Вот сюда. Не надо. Да, у меня пол пальца из-за этого кондюка чуть не оторвало. Кстати, все наклейки, которые здесь есть, вот эти, это все клеил я. И клеил их, наверное, лет 6 назад. То есть, думайте, насколько здесь... Единственное, что не понимаю... Подожди. К чему у тебя два матраса? Потому что один внимание. Ладно. Эти дети. Идем дальше. Рассказывай, что это? Это моя комната. И что здесь? Тут я. Понял. Смотрите просто. Блин. Это комната мечты девчонки. Она прям сделана как принцесса. И большинство из них это все делала наша мама. Ну что ж, идем дальше. Комната родителей. А это мамино рабочее место. Это ее хобби. Она занимается вышивкой. И здесь какие-то всякие дорогие штуки стоят. Это она тоже шила. Это тоже мама шила? Да. Как Люба, рукодельница. Идем дальше. Я просто сейчас вам покажу, как выглядит вид, когда выходишь на балкон. Это жесть. Я выхожу на балкон. Вы готовы это увидеть? Блин, сзади спойлер. Ладно. Раз, два, три. Просто посмотрите на это. Это что это? Просто взгляните. Да, вид на гору Ахун. Обалдеть. Блин. Она самая большая. Да. А тут снизу балкон моей бабушки. Она вон цветами занимается. Вот. Пойдемте, кстати, к ней сходим. Гоу. О, это, батя, тяжелый артиллерия. Здравствуйте. Мы сегодня делаем шашлычок. О, кстати, да, мы сейчас будем готовить шашлык. И интересный факт. У всех, кто рождается в Сочи, по дефолту в крови есть вот это вот, знаете, ачивка. Нет, это не ачивка. Как это называется? Недостижение. Когда... Пассивка. Сколько шашлыков за свою жизнь ты сделала? Это скилл. Да. Вот, скилл, да. Они имеют скилл шашлык. Штук 25, я уже не помню. Ей всего 7, она сделала уже 25 шашлыков в своей жизни. Чего добились вы? Пойдем к бабушке. Большинство передвижений в Сочи происходит на мопедах. Потому что здесь, вот, просто зацените. Сейчас какой месяц? Март. Март месяц. Я хожу в шортах. Серёж. И на улице тепло. Ути! Какие? Валентяги. Бархатные тяги, слушай. Момент, тебя подснять там, типа, ты моя бабушка. Мам, ну... Да, я расчешусь. Бабушка уходит расчесываться. О, она расчесывается. О!
Вот она! Вы посмотрите. Это моя бабушка, Надежда Федоровна. Она очень красивая и занимается рукоделием. Тоже, кстати, смотрите. Что ты вот здесь делаешь? Шью, краю. Ты что такие здесь в бородах у меня? Ладно, все, не будем. А вот это что? Это... А, я знаю, что это. Это манекен, по которому ты сама распределяешь мерки. Ну, расстояние, какая у тебя талия и все остальное, да? Это очень круто. Да. Все, пока, покажем твой балкон. Можно? Okay. Идем. Ну-ка. Там наш балкон. Та-дам! Смотрите, бабушка занимается цветами. Она очень любит цветы. У нас все цветы почему-то дохнут, а у нее растет вообще все. Нет, нет, это не здесь. Вот там он на окне, смотри. Все, сейчас цветы. Покажем другие. А, вот. Это что за... Как это называется? Ну, они еще не цветут, то это герани. Ой. У нас еще есть... Хорошо, спасибо. Абсолютно очень большой... Абсолютно огород. Очень большой что? Огород? А, здесь огород же есть. Да, это так. Скорее сад, и здесь пока что еще ничего особо нет. Вот. А это, а что и прикольно, вот это дерево хурмы. И здесь так получается, что когда наступает осень, здесь можно прям вот так вот подойти, взять хурму и съесть. Это... Прям рядом вот здесь, посмотрите, вы покупаете лаврушку на каких-то рынках, а здесь она растет прям вот. Да, это лаврушка, бабушка срывает и кладет суп. Вдумайтесь, вот прям здесь. Жесть. Ты будешь еще рассказывать про виноград? Нет. Я хочу тебя щипануть почему-то. Можно? Подожди, у тебя что, усы растут? Покажи, подожди, стоп, покажи. Господи, подожди, стой, да я сфокусируюсь, покажи. А на подмышках волосы растут уже? Ну покажи. Сколько тебе лет сейчас? 14. 15. Тебе 15. А бицуху покажи хотя бы, ну, покажи. Это машина, ё-мо! Серп, ты давай. Ещё, не, бицуху покажи. Сильнейшая. Понимаешь, моя бицуха? Мы идем готовить шашлык. Интересный факт. В нашей семье, когда зима и холодно, ну сейчас начало весны, но все равно еще не супер тепло, мы делаем шашлык прям дома, вдумайтесь, прям в камине. Мне кажется, это мечта любого мужика делать дома зимой в камине. Я абсолютно с этим согласна. Она абсолютно с этим согласна. Чарли, кушай. Молодец, аккуратненько, аккуратненько, умничка. Что? Да ё-моё, ну что здесь происходит? Что? Меня? Ну вы поняли. У нас еще один человек-паук появился, только он что-то какой-то мелкий, вам не кажется? Короче, вы поняли, у нас здесь полнейший дурдом, здесь не бывает тихо, здесь постоянно что-то происходит, и это хорошо. Мне нравится здесь. Нормально. О, начинается. О, да. Та-дам! Офигеть. Здесь прям очень жарко находиться. А вот и наше мясцо, замаринованное чисто батиному рецепту. Блин, измазался. Кстати, сняли ТикТок, смотрите. Как вам? Уже темнеет, но зацените угольки. Сейчас красиво подсниму. Шашлыки. Первая партия шашлычка уже готова. Мама нарезает салатик. Вторая партия уже жарится. Бедный Чарли уже не может. Чарли! О, господи! Готово! Спасибо, что посмотрели этот видос. Я пошел кушать. Подписывайтесь на канал. Всем бай-бай!